Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Вас приветствует новости ЕКТ. Сегодня мы посмотрим, что есть в этом кейсе. Мы будем изучать с вами сварочные аппараты Hitachi. Сварочный аппарат очень компактный, всего лишь сантиметров где-то 20 в длину. Что мы здесь видим? Надежные провода с лицевой части панели управления, плавный регулятор силы тока, регулируется в зависимости от того, какой электрод используется. И также переключатели режимов, либо в данном положении сварка MMA, либо сварка в режиме TIG. Таких два простых регулятора. Спереди также видим байонеты для подключения клемм. Делается это очень просто. Вставляем, вращаем. Включена, и также другая. Обратите внимание на то, что для ведения сварки методом TIG нужно докупить отдельно другой вид клеммы, там будет другая горелка для подключения с защитным газом. Что еще можно сказать о сварочниках Hitachi? Отличительными чертами является использование только качественных компонентов, надежная качественная сборка, защита компонентов от пыли, вставки, защищающие от коротких замыканий, а также мощный вентилятор, который всасывает воздух на входе, проводит сквозь охлаждающие поверхности и выходит. Сварочники Hitachi имеют следующие отличительные функции. Имеется функция антистик, то есть защита от залипания электрода. Также функция hot start, система холодного старта. И сварочный аппарат пригоден для использования с генераторами. Также при испытаниях сварочные аппараты Hitachi показали себя с лучшей стороны при работе с низкими токами. То есть они способны работать в диапазоне от 170 вольт до 240. Обратите также внимание на то, что старое поколение сварочных аппаратов было громоздким. Большие аппараты, высокие, огромные и очень тяжелые, весили десятки килограммов. Современные технологии позволили добиться того, что сварочные аппараты очень компактны, как вы видите, и супер легкие. Данная модель весит всего лишь 4 килограмма и даже меньше. Это делает их сферу применения гораздо более широкой, а эксплуатацию делает более легкой и увеличится также транспортабельность. Спасибо, что смотрели нас. Покупайте сварочники Hitachi.